Hay hay ulan can ulan gelin geldi. Hay hay ulan can ulan gelin geldi yor yor. Yor yor ey gelin geldi yor yor. Tahçada bir kayçına. На, выпей. Спасибо. Я уже здоров. Оп. Так, так. Андрей! Ты там, на Зиофаке, проявил мастерство в борьбе. Но ты не знаешь, что такое мастерство без борьбы. Идем. Подойди сюда. Ближе. Еще ближе. Посмотри вниз. Твой главный противник – это страх. Страх, который живет в каждом человеке. Мастерство не знает страха. Вставай. Подойди. Победишь себя, обретешь новые, неведомые силы. Прыгай. Все, чему тебя учили раньше, это внешняя сторона борьбы. Прыгай. Больно? Научись забывать, меч перед тобой или чертополох. Сильный противник или слабый? Прыгай! Ты хочешь создать совершенную борьбу и подарить ее людям? Да, Устос. А не боишься сделать людям страшный подарок? Подарок, который, подобно яду, будет не только лечить, но и убивать. Никто не знает, куда заведет его путь познания. Я вас не понимаю, Устос. Здесь еще болит? Да, к вечеру. Теперь меньше, правда? Да. Вот таким легким прикосновением я мог бы и убить тебя. Убить? Ну да. И этим может овладеть какой-нибудь злодей. Или же безумец. Мои знания опасны. Ну что? Все еще хочешь получить их? М? Я не знаю. Вот поэтому-то мудрецы живут далеко в горах одни. Мудрец рано или поздно спустится с горы, будет искать учеников. Знания нельзя закопать в землю. Он не подойдет на выстрел. Хромов, если волк это зло, то его надо наказать, так? Конечно, так. В
природе нет добра и зла. Скажи мне, где было зло, пока люди не придумали добро? Моего отца убили злые люди. И Хромова хотел убить злой человек. Я стану сильным и буду бороться с ними. Спи. Я посторожу овец. Ты искал кальсоноты, вот она. Эту тибетскую рукопись мне передал мой учитель. Познавший ее станет великим врачевателем или величайшим убийцей. Из-за нее Джафар убил твоего отца. Не лчи. Я уже стар. Эти знания стали слишком тяжелы для меня. Теперь это твоя ноша. Елчи, Хромов будет для тебя хорошим учителем. Помни об убийце твоего отца. Берегитесь его. Он страшный человек. Если узнает о рукописи, то погубит вас. Тебе все. Теперь ты мастер.